Благодаря отважным путешественникам, жившим в далеком и недалеком прошлом, на карте мира уже практически не осталось белых пятен. Однако интересные факты из географии продолжают занимать умы людей. К счастью, в наши дни уже вовсе не обязательно отправляться в далекие опасные путешествия для того, чтобы больше узнать о планете. Волга немного превосходит Каму по площади водосбора к месту их слияния, но Кама длиннее и обладает большим водорасходом. Исследования илистых отложений рек показывают, что Кама значительно старше Волги и сама когда-то впадала в Каспийское море. Даже по снимкам местности видно, что Волга после слияния меняет направление течения на 90 градусов, а Кама бы не меняла. Поэтому по совокупности гидрологических признаков именно Волга является притоком Камы. Однако историческая роль Волги, как объединяющий фактор русских земель, оставляет первенство за ней. В португальском языках река – это Рио. Поэтому название многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинается с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реку потом не обнаружили, но имя уже прикрепилось к заливу. А потом и к городу. Хотя существует так называемое Панамериканское шоссе, которое признано объединить дороги стран всей Америки в единую систему, на обычной машине нельзя проехать из Канады, Северной Америки, в Аргентину, Южной Америки. Виноват в этом Даринский пробел. Неосвоенный участок суши на границе Панамы и Колумбии, размером 160 на 50 километров, где нет дорог, только сельва и болото. Попытки устранить пробел предпринимались с 1970-х годов, однако натыкаются на сопротивление переживающих за судьбу джунглей экологов и местных индейских племен. Кроме того, панамцы опасаются резкого увеличения наркотрафика из Колумбии в случае постройки шоссе. Озеро Грюнер со всех сторон окруженное горами. Зимой глубина озера составляет 1-2 метра, а территория вокруг него служит парком. Но весной в горах начинает таять снег, питая озеро новой водой. И к маю его глубина увеличивается до 12 метров.
Под поверхностью озера оказываются деревья, дорожки, скамейки, что в сочетании с кристально чистой водой делает его в это время популярным местом для дайвинга. С момента основания Новосибирск рос двумя частями по разным берегам реки Оби. А так как часовой меридиан проходит прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом 4. Хотя большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки между жителями разных берегов города были редки. Город стал более связанным в 1955 году, когда был построен первый автомобильный мост через Об. А в 1958 году Новосибирск перешел на единый часовой пояс. В Исландии заселены преимущественно прибрежные территории, и люди путешествуют по стране в основном вдоль прибрежной полосы. Исторически сложилось так, что исландцы называют западом северо-западную окраину острова, севером – северо-восточную окраину, востоком – восточную окраину, а вот югом – район Рейкьявика. Поэтому возможны лингвистические казусы. Направляясь из северо-западной окраины в сторону северо-восточной окраины, исландец говорит, что едет на север, хотя фактически движется на восток. А направляясь из юго-западной окраины в сторону Рейкьявика, то есть фактически на север, исландец говорит, что едет на юг. Сингапур стал независимым государством помимо своей воли. Большую часть своей истории Сингапур был британской колонией. Через некоторое время после Второй мировой войны получил автономию, а в 1963 году вошел в состав новообразованного государства Малайзия. Однако по разным политическим и экономическим причинам, а также из-за межэтнических конфликтов между малайзийцами и китайцами, остальные штаты Малайзии в 1965 году решили исключить Сингапур из состава федерации. Лидер Сингапура Ли Кан Ю был вынужден провозгласить образование нового суверенного государства.